Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Такий різний, завжди непередбачуваний, але дуже талановитий. Сьогодні у нашій студії Роман Лук'янов. Актор, продюсер, режисер та сценарист. Отак багато ролей у вас є по житті. Раді вас бачити. Пригощайтесь чаєм. Ну і, звичайно, добре, що приїхали. Пане Романе, з приводу ваших ролей в кіно, мабуть, багато хто дивився, і українські фільми, і не лише, ви багато берете на себе зовсім різних таких життєвих ситуацій. Ви багато де граєте, багато можете перевтілитись. Взагалі для актора це найголовніше, так? Щоб бути різним, чи ні? Я можу сказати, що це головне, але... Важный вопрос. Все-таки актеру нужно, чтобы ему предложили это. Он-то может, все он может, но очень важно, чтобы предложили. А чтобы предложили, вот это уже нужно на каждой съемочной площадке пытаться быть не таким, как был на прошлой съемочной площадке. И режиссеры, которые, ну, хорошие режиссеры, они это видят. Они видят эту разность. И поэтому могут предлагать разные... типажи, скажем так. Потому что очень много актеров, скажем так, он легко себя чувствует всегда на площадке. А потом смотришь, а это одинаково везде. Это одинаково везде. Я стараюсь все-таки на каждой площадке нехорошо себя чувствовать. Ну, тоже я чувствую себя хорошо, это всегда. Пытаться действительно как-то вот поработать, называется. Ну, еще был дискомфортный величкий, так? Ну, такий форс-мажорчик для себе. Естественно, да. Как в нашей профессии это называется, что было только как, чуть-чуть внезапности. Угу. Для себя же. Вам ты вроде все понимаешь, что будет дальше, но твой персонаж это с этим сталкивается первый раз, и вот и надо, чтобы ты тоже сталкивался с этим в первый раз. Тогда оно по-настоящему и реагируешь по-разному, и потому что люди-то разные в персонаже. Ну, там, я пытаюсь так, по крайней мере, работать. Ну, вам складно справлятися з цією ролью? Чи все ж, ну, є якісь перепони, над якими доводиться працювати, можливо, вдома, там, перечитуючи сценарій? Ні. А як ви експериментуєте на майданчику? Ви знаєте, на кожній площадці з режисером обговорюється, що конкретно треба робити. І хороший актер і хороший режисер, вони завжди знайдуть понимание друг друга. Режиссеру не надо долго объяснять актеру. Он объяснил актеру, а тут вот то, что ты хочешь, ну давай вот так чуть-чуть, вот чуть-чуть. И актер, понимающий актер, он это чуть-чуть сразу же воплощает, будучи в своей органике, будучи просто обычным живым человеком. Но вот это чуть-чуть надо всегда понимать. Ну, я не знаю, мне кажется, я понимаю. Может, я, конечно, не прав, но у меня получается. Глядач завжди відчуває, і для нього важливо близькість актора. Тобто, щоб він був справжнім. Да, щоб это обязательно. Щоб он был настоящим живым человеком. Чтобы он был живым человеком, в первую очередь. Поэтому, если у актера не получается зіграти вот это чуть-чуть, то не надо тогда лучше вообще играть. Ну, в смысле, тогда делай то, что у тебя получается, будь одинаковым, но будь живым в первую очередь. Вот это очень важно, потому что люди, не умеющие быть живыми, они пытаются грати. Вот я ж не буду делать, как я в прошлый раз, и поэтому я в этот раз сделаю вот так вот. И начинают грати. А мы, зрители, сидим, смотрим, такие, та шо він грає, ну шо, ну, шо він награв, награв уже, награв, переграв. Вот в этом и суть. Не грати, треба пытаться бути чоловіком в першу чергу, естественно. От якщо, наприклад, актор в театрі, так, він трошки переграє. От у нього є така, така здібність акторська, так, театральна. Це в кіно треба. Інша ситуація. В кіно ви не можете бути. В кіно є крупні плани, а в театрі нет крупних планів. В театрі я сижу на останньому ряду, і я должен видеть эту эмоцію. Ах! Сейчас я в кадре на крупном вот это как сделаю, так все там в шоке выпаду, скажут, ты чё, куда? Ну так, так, а коли ви в кіно, то звичайно, що треба, щоб все було справжнє, так, сльоза, там ще, от як це ви досягаєте? Ну, допустим, я взагалі жорсткий по житті, мені плакати тяжело, чесно. Поэтому... Ми, до речі, бачимо ось тут ваші роботи. Да. Мне плакать тяжело, і мені лично, мені делають сльози, от лично мені, да?
Но есть жизненные ситуации, когда у меня действительно настоящая слеза может выйти. У меня есть жизненная ситуация, я их могу применить. Но мне лично, я не могу за 5 секунд это сделать. Мне надо действительно настроиться, опуститься в это состояние, в этого горя, которое я тогда испытывал, когда у меня действительно была слеза. Это, в частности, у меня лично, когда на моих руках умерла собака, да, моя. Но это личное, у каждого свое так, есть. Так. Я просто объясняю, что у меня, да. Я вспоминаю это, и у меня накатывает слеза. Но бывает же такое, что надо сразу, а сразу я не могу. Мне пока я за собаку буду вспоминать, кто там будет ждать, пока я буду собаку свою вспоминать. Поэтому, естественно, мне лично капают. Но кто-то может... У кого-то я этим людям завидую, которые сидят и разрыдался. Ничего себе, ты ж мужик. Ну, такой и мужик, в принципе, тогда. Ну, у вас мужні ролі, до речі. От ви да, постійно да. такий, от, знаєте, серйозний такий чоловік. А ось зараз ми бачимо, до речі, такого... Ну, завжди якийсь, завжди різний, звичайно. Але, ну, але все одно такий мужній. Мужній. Ну, це типаж. Все-таки я заложник своєго типажа. От навіть на базарі, я помню... Я не мог купить порно, то потому что, как мне говорят, у тебя морда милиционера, да? Ну, не продадуть нічого. Ну, это так, я шучу, я просто говорю, что... Ні, ну, справді, буває. Заложник типажа. До речі, заважає ваша робота? Вас впізнають? Да, ви знаєте, узнають. Ну, не так особо мене там прямо, що мене узнають, і я там везде хожу, і там автографи роздаю. Мне легче в этом плане, потому что я в Днепре, люди в Днепре, видя меня, они думают, что я там киевлянин или там москвич некоторые, а я думаю, ты, потому что в российских много там проектах снимался раньше. В Днепре с этим легче. Смотрят, не, наверное, не он. Ну, и вот такого плана. Ну, да, ну я по взгляду вижу, что узнают. Вот так, ну, знакомые, что-то знакомое бачать. Типа, да-да-да, я его где-то видел, вот с таким. А вот так, чтобы прямо ходили и дергали меня за руку, да не, ну, очень редко вообще так. Ну, бачите, как добре, вы уже так вошли в это життя, так, вы стали своим. Можно сказать так. Да. Впізнаваним своим – это то, что треба для справжнього актора. Ну, конечно, конечно. Все-таки на актора зритель идет в первую очередь. Ему нравится какой-то актер, и он на этого актера готов даже тратить на билеты деньги. Ну, это же, в принципе, понятно. Поэтому узнаваемость нужна актеру обязательно. Зараз справа с кинематографом трошки якийсь час покращилась, потом знову затихла. Чи є у вас зараз пропозиції? И до чего мы же я могу сказать, что у нас кинематограф на данный момент как немовля, да, которое еще надо, его кормить надо еще. Вот, ну, в таком состоянии. Какие у меня пропозиции, честно, я без понятия, что надо сделать для того, чтобы стало лучше. Это надо сделать бизнесом. А пока это не бизнес, а пока это просто, типа, держава отдала тебе денег, ты снял кино, не дала, не снял. Ну вот и все, как-то так вот, ну дали тебе покушать, ты покушал, а сам ты еще еды себе не достанешь, вот такое у нас кино. Что надо для этого делать? Надо на государственном уровне, только так. Частные инвесторы не хотят пока сюда вкладывать деньги, ну потому что это просто дал и забыл за деньги. На государственном уровне выстроить какую-то бизнес-модель, чтобы оно от начала до конца работало. И тогда, возможно, начнутся и частные инвесторы, которые будут понимать, я вложил гривну, и гривну 20 я получу. Хотя бы. Ну, а люди же будут ходить, людям цікаво. Конечно. Они хотят кино. Люди хотят, люди спрашивают, сколько у нас, мы между собой хотим. Так ним, які вже фільми вже почали випускати непогані, вже хочеться дивитися вроде, і серіали. Вже вроді проскакують зв'язочки більш-менш адекватні, що можна посмотреть, сравнити вместе з іностранними. Можна, є такі варіанти. Но їх так мало, що по суті нам, актерам, якщо я буду вибирати тільки зніматися в хорошому, я буду працювати 2-3 дня в день, в год. Ну, понимаете, ну, если я буду только выбирать хорошее, вот то, что мне нравится, то, что действительно это качество, мы не можем позволить себе выбирать. Поэтому, естественно, я соглашаюсь вот так вот, не читая сценарий, ничего, просто можете? Могу. Все. Ну, це ж вам дає можливості. Все одно, більше досвіду. В будь-якому випадку ви стаєте кращим актором з кожного разу. І краще, і я можу так сказати, якщо ти... В кадре, неважно какой, дорогой, дешевый проект, ты будь хорошим в кадре,
Ты будь хорошим на этой площадке, и все будет хорошо. Если каждый возьмет это за правило, оператор, неважно, тот, кто на буфете сидит, режиссер, не только актер. Если каждый придет на площадку и сделает максимум, что он может сделать, даже при дешевом финансировании, все равно это будет хороший продукт. Я к этому стремлюсь. И, наверное, вот это и будет, скажем так, один из вариантов моего предложения. Что надо делать? Надо каждому просто прийти и даже то, что тебе мало заплатили, не думать об этом. Сделай на максимум. Вот максимум, что ты можешь, умеешь. І, мабуть, буде тоді краще. Так, ну я з вами на 100% погоджуюсь, да. Тому що справді від нас самих все залежить. Так, а з приводу от ваших ролей, все ж хочеться, знаєте, все-таки почути, як вам працюється там на майданчику, як ви знаходите спільну мову зі своїми колегами по цеху, так би скажемо, так? Ну, взагалі, як з ними? Чи бували такі випадки, коли вам хтось от не подобався, а треба було грати щось таке добре? Ні, я позитивний. Я в будь-якому колективі завжди вхожу в будь-який колектив. У меня единственное, что иногда бывают, знаете как, не конфликты, а недопонимания только из-за того, что я сам по себе такой свободный человек. Я там частный предприниматель всегда был, знаете, как человек, который сам на себя. Поэтому, когда находятся какие-то типа а-ля начальники и начинают мне что-то рассказывать, то, что я лично считаю, что это не так, тогда да, тогда у меня может быть момент недопонимания, ну, не конфликт, а момент недопонимания, я рассказываю свое, кто-то свое. Но среди коллег-актеров у меня нету ни одного человека, с которым бы я, скажем так, плохо себя чувствовал. Вообще ни одного человека. В принципе, и режиссеров таких нет. Да вообще нету. Это, да. Это так, можно сказать. Так, представил себе, что кто? Да никого нет таких у меня плохих. Ну, плохих. Чи бували якісь курйози на майданчиках? Чи можете таке пригадати? Ну, якісь, не знаю, там, щось там сталося таке, форс-мажор якийсь. Со мной лично форс-мажоров все-таки не происходит, потому что я стараюсь контролировать процесс полностью. Все-таки ты обязан это делать, это твоя работа. Поэтому, когда говорят о том, что мы на импровизации, нельзя быть все время на импровизации, это очень плохо, это отсебятина называется. Вот тогда, когда идет импровизация, отсебятина, тогда и происходят курьезы. Угу. Когда человек адекватно понимает, совершенно видит, что вокруг него происходит, как партнеры, то оно нечему происходить. Может только что-то технически произойти в плане того, как что было не со мной, а при мне. Человек сел в машину вместо передней включил заднюю на BMW, газу и соседнюю машину снес вообще. Прямо в кадре. Это было, да. Это было, конечно, все так хлопали, это так было классно. Конечно, чья это была машина, все там были в шоке, они плакали. Но мы получили счастье. Для нас было это счастье. Ну, это что треба, так? Да, вообще класс, разбили машину так по-натуральному. Ну, это такого плана, это, я говорю, чисто технически. А так вообще со мной лично точно ничего не происходит, потому что надо контролировать. Я контролирую. Ну, ви справді контролюєте, і я так дивлюся, от ви, наприклад, під якийсь персонаж завжди підлаштовуєтесь. У вас там може бути одне око трохи примружене, ви так, брови трохи насуплені, ще щось. Ну, це ви до того готуєте так ролі? Чи це вже на майданчику? Як це відбувається? Це, кстати, ошибка многих, це смотреть в зеркало перед ролью. Ви зараз зі мною общаєтесь, ви ж не знаєте, як ви виглядите? Ви представляєте себе, да? Я думаю, що звичайно. Вот, но сам факт. Как вы смеетесь, как у вас прищуривается, вы не репетируете, вы просто слушаете меня и общаетесь со мной. Вот так и любой персонаж, которого мы видим в фильме, он не готовится, как же его увидят. Поэтому не надо актеру готовиться перед зеркалом, потому что он начинает штамповать, он начинает специально вот это делать. Или ты должен быть вообще идеальным актером, прямо мега крутым, что ты сделал так, что все думают, что это ничего себе органично как, а ты приготовил это, а я это приготовил. Нет. Поэтому то, что вы говорите, вот это, я стараюсь максимально прямо сейчас быть в том состоянии, которое сейчас происходит с моим персонажем. Поэтому, когда с ним что-то происходит, он, в принципе, реагирует. Это просто его реакция, это случайно. Это настоящая его реакция на эти события, которые с ним происходят. На эти вопросы, на эти ответы. Поэтому у него же есть какая-то история, что он до этого думал. Вот его милиционер спрашивает, а у него что, внутренний монолог.
Очи начинают бегать, да? Конечно. Он начинает хвилюваться. У него же свой есть монолог. Он не просто ждет реплики. Он в этот момент думает, что сказать. А не ждет, как... Да, к сожалению, так происходит очень редко. Он просто ждет, актер сидит и просто ждет, пока закончится реплика персонажа. И он говорит следующую свою реплику. Поэтому получается диалог неживой. А у хороших актеров у него идет мысленный процесс внутри. Он реально действительно переживает по этому поводу. А когда зритель видит, что переживает, тогда зрителю кажется, ой, как грає. Да він не грає, він по-справжньому. Пережив, він це пережив. Він це прямо зараз переживає. Це класно. От кажуть, що взагалі в Голлівуді трошки інша школа, так? А у вас яка? Ну, до якої школи? Чи ви самі по собі актор? Самі себе зробили? Це взагалі великий розговор насчет школи. Ну, так у нас небагато часу звичайно. Да, що вас научать? Вас научать текст учить? Вас научать, от це що нас учать? А ти должен бути сам по собі, тут школа, не школа. Органичным быть. Органичным – это свободным от того, что, как ты выглядишь, не думать вообще. От того, что у тебя там, где зачесалось. Почеши. Ну, зачесалось голова, почеши. Нет, мне сказали, мне же нельзя сейчас чесать голову, а голова так чешется. Почеши голову, потому что она сейчас у тебя чешется. Это же будет органично. Поэтому моя школа, и я даже пытаюсь объяснить это молодым, просто будь, вот прямо сейчас живи. То, что у тебя сейчас... Так, ну вот сделай это движение, не бойся, режиссер тебя поправит, если что-то будет не так. Просто живи, будь свободным. В Голливуде, кстати, почему нам нравится смотреть за актерами? Они живые, вон они играют. Нету в них, что он играет, там, проиграл, прям надулся весь такой красный. Чё? Не, вот в этом и фишка голливудских всех школ. Они максимально освобождают себя от вот этих зажимов. Клас. Ну, ось такий. Роман Лук'янов був сьогодні в нашій студії. Вільний актор, чистий. Ми бачимо, наскільки чудовий ви і в спілкуванні, і взагалі. Ну, дуже класно. Дякую. Ми отримали задоволення, я сподіваюся, глядачі також. Я особисто дуже. Тож, будемо раді бачити вас в кіно. Хочемо подивитися нові фільми з вашою участю, звичайно. Обов'язково. І, можливо, сценарні якісь ідеї там будуть у вас цікаві, через режисерські підходи, тому що ви багато на себе взяли. Ну, а в гості будемо з радістю чекати вас ще. Запрошуйте. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.